Специально для Сергея Николаевича, фаната биатлона. Мы стоим в самом центре, можно сказать, стадиона в Холменколлене, биатлонном стадионе, который каждую зиму мы смотрим по телевизору. А летом здесь вот такая вот демократия. Хочу – хожу, хочу – не хожу. Комментаторские кабины, трибуны. Мостики, вот это вот здание коричневое, которое все время показывает. Буфет. Буфет, да. Впереди стрельбище. Вот они ж, черные кружочки. Где-то еще, вот есть стрельбище, а еще где стоит тренер, смотрит в подзорную трубу, попал он или нет, и где он. Вот здесь, наверное, вот флаг, вот этот столб. Вот этот, он показывает силу ветра, и около него стоят вот эти тренеры обычно. Ругаются матом. Как это? Все, табло. Сняли тренера. И с этой стороны вот трамплин 120-метровый.